Добрый день, уважаемые коллеги. Не скрою, тема сегодняшнего разговора – лечение глаукомы. В 1912 году известный русский офтальмолог Сергей Селиванович Головин в журнале «Вестник офтальмологии» опубликовал статью, посвященную анализу слепоты в России. Можно спорить в отношении методики, по которым проводилось это исследование, но примечателен тот факт, что число слепых и слабовидящих вследствие глаукомы в России в те годы и на сегодняшний день цифры эти сопоставимы. Мы много сделали в отношении изучения вопросов патогенеза, и этот процесс продолжается. Довольно широко представлен арсенал препаратов, которые используются для медикаментозного гипотензивного лечения глаукомы. Врачи предложили новейшие разработки в области лазерного лечения этого заболевания. Предложены и детально разработаны микрохирургические технологии лечения глаукомы. Но даже по прошествии более 100 лет процент слепоты и слабовидения в России остается довольно высоким. Более того, нет даже тенденции к снижению этого показателя. За грядущие 20 лет ожидается увеличение числа больных глаукомой в мире, и этот рост составит около 30%. В России тоже за каждые 12-15 лет увеличивается число больных на 250-300 тысяч человек. А это значит, что будет увеличивается и число слепых и слабовидящих вследствие глаукомы. Риск наступления слепоты в течение всей жизни от момента постановки диагноза показывает, что слепых за это время, слепых на один глаз, почти, слепота наступает почти у каждого второго, 42%, а полностью ослепших вследствие глаукомы составляет 16%. Это при том, что речь идет не о начале заболевания, а лишь о постановке диагноза. И учитывается то время, когда диагноз поставлен. С чем это связано? Какие же причины приводят к тому, что мы не видим заметного улучшения в показателях, это основные показатели, слепоты, слабовидения вследствие глаукомы. Да, вот я лектор. Несмотря на то, что сделано очень много, подходы к лечению больных глаукомы, к большому сожалению, остаются приблизительно такие же, как и много лет назад. Очень большое значение имеет ранняя диагностика глаукомы. Ранняя диагностика – понятие такое размытое, и здесь одна из причин или одно из тех слагающих успехов лечения глаукомы, которое связано именно с важностью ранней диагностики этого заболевания. Но мы говорим о ранней диагностике глаукомы тогда, когда уже около 40-50% ганглиозных клеток сетчатки уже погибло. И это тогда я вам узнается пришлю, по или вы увидите данным компьютерной периметрии. А, хорошо. Ага. И понятно. Проблем, связанных именно с ранней диагностикой глаукомы, этим не ограничивается. Чрезвычайно размыты границы начала заболевания и появлению первой клинической манифестации глаукомы. Большую проблему составляет условность
тех показателей, которыми мы пользуемся для оценки глаукомного процесса. Это хорошо видно на примере внутриглазного давления. Здесь довольно большой коридор, и есть больные, которые измеряются от 10 до 21 мм ртутного столба, и есть больные, которые слепнут при давлении 14-15 мм ртутного столба, и немало больных, у которых зрение сохраняется при более высоких цифрах. И это одна из проблем, с которой чаще всего встречаются офтальмологи, особенно офтальмологи первого звена. Но несмотря на то, что уже доказано, что в развитии глаукомного процесса участвует довольно много факторов влияния, их можно насчитать более 20, все-таки основной упор делается на достижение снижения внутриглазного давления, и лечение глаукомы в основном с этим и связано. И начинается лечение глаукомы с назначения медикаментозной гипотензивной терапии. Если этот вариант оказывается неэффективным, вступает в силу лазерное лечение и хирургическое лечение. Но обратите внимание, вот эти три пункта – это, по сути дела, симптоматическое лечение, которое направлено только лишь на достижение безопасного уровня внутриглазного давления. Но существуют же и другие факторы, которые влияют на развитие и прогрессирование глаукомы. Среди них, например, нейропротекторная терапия, которая вызывает немало споров в целесообразности ее применения. Но так как глаукома рассматривается как заболевание с хроническим длительным течением с пороговым эффектом и заболевание, которое требует пожизненного лечения, глаукома, как никакое иное заболевание, требует особого внимания за наблюдением за пациентами. Так называемый мониторинг должен обеспечивать прежде всего оценку эффективности лечения глаукомы и своевременно менять тактику предпринимаемых мер для того, чтобы глаукомный процесс можно было как-то стабилизировать. Более полувека глаукома рассматривалась как заболевание, которое исключительно было связано с повышенным внутриглазным давлением. И, пожалуй, одним из первых, кто заговорил о глаукоме как многофакторном заболевании, был Аркадий Павлович Нестеров, который говорил о том, что роль внутриглазного давления здесь может быть связана с его непостоянным наличием. Это, естественно, затрудняя диагностику. Более того, по мере дальнейших исследований и изучения патогенеза глаукомы перестали употреблять даже уровень повышенного внутриглазного давления при глаукоме, рассматривая это заболевание как хроническую прогрессирующую оптическую нейропатию. Но при этом остается важным этот очень существенный фактор в развитии глаукомы, как повышенный уровень внутриглазного давления. И он рассматривается как единственный модифицируемый или управляемый фактор риска. Принято считать, что уровень внутриглазного давления в популяционном измерении довольно распределен неравномерно, и чаще всего уровень нормального внутриглазного давления колеблется от 10 до 21 мм ртутного столба. А вот то, что находится в правой стороне этой кривой, это тот уровень внутриглазного давления, который создает риски развития первичной открытоугольной глаукомы. И чем этот уровень внутриглазного давления выше, тем выше и риски развития этого заболевания. Поэтому
в стратегии лечения глаукомы рассматривается прежде всего необходимость снижения уровня внутриглазного давления, и эти усилия остаются единственно доказанной эффективной стратегией в лечении глаукомы. Более того, снижение внутриглазного давления на старте лечения в значительной степени может способствовать большей сохранности зрительных функций, если внутриглазное давление снижается максимально. Но здесь возникают дополнительные проблемы, и эти проблемы связаны с необходимостью получить точные результаты внутриглазного давления. Методики измерения внутриглазного давления имеют большое значение для получения той информации, которой должны и вынуждены пользоваться офтальмологи для оценки, для постановки диагноза и оценки эффективности лечения. Но полученные цифры внутриглазного давления должны восприниматься не как какой-то виртуальный показатель, а должны использоваться его характеристики, которые в большей степени дают возможность понять, что происходит с гидродинамикой или гидростатикой. И в этом смысле чаще всего обсуждают такие показатели, как суточное колебание внутриглазного давления и определение уровня индивидуальной нормы внутриглазного давления. Потому что, как вы могли понять, уровень внутриглазного давления индивидуален, и для каждого больного он свой. Для измерения внутриглазного давления или для регистрации этого показателя сейчас чаще всего используются, во всяком случае у нас в России, это тонометр Маклакова, который позволяет получить довольно точную информацию об уровне внутриглазного давления с учетом биомеханических свойств фиброзной оболочки глаза, что позволяет более точно рассуждать о возможном влиянии тех изменений, биомеханических изменений, которые оказывают определенное влияние на этот показатель. Этот метод исследования востребован у нас в России, он имеет свои недостатки, и вы хорошо об этом знаете, но нужно иметь в виду, что именно использование тонометра Маклакова позволяет в большинстве случаев получить максимально точную информацию о внутриглазном давлении. Но сейчас чаще всего используются так называемые бесконтактные пневмотонометры. Нужно иметь в виду, что этот метод определения внутриглазного давления является скрининговым, и он не позволяет получить информацию с учетом индивидуальных особенностей пациента для того, чтобы можно было эту индивидуальную особенность офтальмотонуса использовать для рассуждения и принятия тактических решений. Нередко используется так называемая отскоковая тонометрия, это тонометр iCare, который позволяет исследовать внутриглазное давление в тех эксклюзивных случаях, когда, например, больные перенесли кератрефракционное вмешательство и есть указание на то, что другие методы исследования будут давать большую погрешность, и тогда нельзя будет получить точную информацию. Вот с этой точки зрения этот тонометр может помочь в решении этой непростой задачи. Кроме того, этот тонометр позволяет измерять внутриглазное давление для получения индивидуальных показателей и может использоваться для измерения внутриглазного давления в домашних условиях для того, чтобы врач впоследствии мог оценить полученные результаты для принятия правильного решения. Но для более тонких и более точных измерений внутриглазного давления используется так называемая
аплантационная тонометрия с использованием так называемого тонометра Ора. Это двухнаправленная аплантация роговицы, которая использует очень важные показатели, связанные с характеристикой фиброзной оболочки глаза, и дает более точное измерение внутриглазного давления в тех случаях, когда есть сомнения в использовании других методов лечения. Поэтому получение лишь одной информации об уровне внутриглазного давления, как я уже говорил, это недостаточная информация, и необходимо учитывать индивидуальный уровень внутриглазного давления и суточные флюктуации. Принято считать, что около 70-80% процентов больных глаукомой имеют повышенное внутриглазное давление в ранние утренние часы, и к вечеру внутриглазное давление снижается. Это наиболее частая ситуация. Но есть инвертная, так называемая инвертная кривая, когда это около 10-15% таких больных, когда уровень внутриглазного давления, наоборот, повышается к вечерние или вечерние часы. Но есть и другие суточные кривые, которые дают более расширенную информацию о уровне офтальмотонуса. Это так называемые циркадианные колебания внутриглазного давления, которые связаны с изменением биологических ритмов, но и те, и другие, и третьи колебания, они могут быть классифицированы по времени, есть краткосрочные, долгосрочные и ультракороткие суточные колебания. И вот именно в этом нередко кроется та проблема, с которой сталкиваются практические врачи. Чаще всего пациенты не могут измерить, или пациентам нельзя измерить внутриглазное давление в ранние или в ранние утренние часы, или во всяком случае в те часы, когда медицинское учреждение не работает. А эти показатели очень важны, потому что суточные колебания внутриглазного давления являются независимым фактором риска прогрессирования глаукомы. Более того, с возрастом и когда увеличиваются суточные колебания внутриглазного давления, повышаются риски прогрессирования глаукомы более чем на 30%. И очень важно, что даже всего лишь 1 мм ртутного столба увеличивает риск прогрессирования глаукомы почти на 20%. Поэтому методикам определения внутриглазного давления, оценки тем изменениям, которые связаны с характеристикой офтальмотонуса, такими как суточные колебания или индивидуальный уровень внутриглазного давления, необходимо придавать очень важное значение, потому что в этом может быть одна из причин прогрессирования глаукомы. Вот это хорошо видно на таких примерах. Более чем у пациентов, у которых было внутриглазное давление зарегистрировано, и оно не превышало 21 мм ртутного столба, провели суточное измерение офтальмотонуса через каждые 2 часа и получили очень интересные и важные результаты. Почти у каждого пятого пациента в ночные часы внутриглазное давление превышало 21 мм ртутного столба, что создавало условия для прогрессирования глаукомного процесса и снижения зрительных функций. Поэтому этому значению, этим исследованиям придается большое значение. И почему это важно? Потому что именно от суточных колебаний внутриглазного давления нередко зависит состояние зрительных
функции. Были проведены исследования, говорят о том, что в случае, если вот эти суточные колебания низкие или незначительные, тогда стабилизация зрительных функций по данным компьютерной периметрии может быть получена более чем в 43% больных. А в тех случаях, когда уровень внутриглазного давления и его колебания говорят о том, что этот показатель существенен, тогда становится понятным причина более частого распада зрительных функций. Я довольно часто привожу вот этот пример, который очень демонстративен и показывает важность подобного исследования, как исследования суточных колебаний внутриглазного давления. Вот здесь показан уровень внутриглазного давления у пациента, которому измеряли внутриглазное давление в часы, обычные часы работы поликлиники. И уровень внутриглазного давления не вызывает никакого беспокойства. Но зрительные функции у этого пациента продолжали снижаться. И тогда проведенное суточное мониторирование внутриглазного давления, которое включало измерение офтальмотонуса, в том числе и в ночные часы, позволило нам получить совершенно иную картину кривой офтальмотонуса. Ночное и в раннее утреннее время у этого пациента внутриглазное давление повышалось до 24 мм тутного столба. И вот эти колебания были критичными. И, по всей вероятности, они и послужили прогрессированию глаукомного процесса, которое сопровождалось снижением зрительных функций. В этой связи для характеристики внутриглазного давления чаще говорят об индивидуальном уровне внутриглазного давления или о целевом внутриглазном давлении, которое очень важно учитывать для оценки глаукомного процесса в общем. И вот под целевым внутриглазным давлением понимают то самое максимально допустимое внутриглазное давление, при котором заболевание прогрессирует настолько медленно, что в течение всей жизни ее качество остается на достаточно высоком уровне. Иными словами, создаются условия для сохранения зрительных функций. Но вот этот уровень целевого давления не статичен, он находится в зависимости от стадии глаукомного процесса. Для больных с начальной стадией глаукомного процесса допустимы максимально высокие цифры целевого внутриглазного давления, и оно выражается в цифрах 18-20 мм ртутного столба. А вот при далеко зашедшей стадии глаукомы нужно стремиться получить максимально низкие показатели внутриглазного давления, потому как именно они могут обеспечить при прочих равных условиях сохранность зрительных функций или стремиться к этому. Но есть еще один упрощенный способ определения того уровня нормального норматизированной глаукомы, которые можно использовать, не прибегая к дополнительным использованию технических каких-то приемов для получения информации о уровне внутриглазного давления. Проведенные исследования делят всех пациентов на три неравные группы. Есть зона низкой нормы, где истинное внутриглазное давление колеблется от 10 до 13 мм ртутного столба, и таких больных чуть больше 21%. И это пациенты с так называемой глаукомой нормального давления. Есть зона средней нормы, где уровень истинного внутриглазного давления колеблется в пределах 14-18 мм ртутного столба. Это самая многочисленная группа, она составляет более 70%.
И зона высокой нормы, самая малочисленная, где внутриглазное давление истинное не превышает 21 мм ртутного столба. И в своей обычной практике лучше ориентироваться именно на эти показатели, принимая во внимание, что среди популяции обследованных и больных глаукомой наибольшее число составляют лица, у которых уровень внутриглазного давления, истинного внутриглазного давления, не должен превышать 18 мм ртутного столба. И, исходя из этого, нужно стремиться к достижению именно этих показателей, назначая то или иное лечение. Именно эти показатели могут приниматься за безопасный уровень внутриглазного давления. Но есть и более усложненные расчеты и программы, которые позволяют получить информацию о так называемом толерантном или индивидуальном уровне внутриглазного давления. Один из таких способов представлен на этой картинке, он предложен доктором Балалиным. И здесь используется несколько показателей, которые при использовании компьютерной программы можно включать в эту таблицу и путем автоматического расчета получать цифры так называемого толерантного давления. Для этого вводится возраст пациента, систолическое и диастолическое уровень внутриглазного артериального давления, фактическое внутриглазное давление на момент обследования, но для этого еще нужны дополнительные сведения о переднезаднем размере глаза и толщине роговицы. Введя такие показатели, автоматически производится расчет, и врач может получить цифры толерантного давления. Но обратите внимание, кого мы лечим. Большинство больных, это около 60-70%, это пациенты с уже продвинутыми стадиями заболевания. Понятно, что при начальной глаукоме назначенная медикаментозная топическая терапия, безусловно, будет чаще всего эффективна, и она может быть эффективна довольно длительно. Но мы не можем рассчитывать на хороший гипотензивный эффект при развитой и тем более при далеко зашедшей стадии заболевания. Поэтому нужно учитывать другие некоторые факторы, которые помогут сделать лечение более рациональным. Мы только что говорили о колебаниях внутриглазного давления, которые и в некотором коридоре максимального и минимального колебания внутриглазного давления в зависимости от стадии. И эти сведения можно учитывать при выборе той или иной терапии. Например, если больной имеет медленное прогрессирование глаукомного процесса и выявленные изменения структурных и функциональных изменений не так выражены, если нет дополнительных факторов риска, например, системной артериальной гипертензии или сахарного диабета, и речь идет о пожилых людях, тогда можно ограничиться достижением более высоких показателей целевого внутриглазного давления. А вот если речь идет о молодых пациентах, где отмечается довольно быстрое прогрессирование глаукомного процесса и выявленные изменения структурные и функциональные довольно выраженные, тогда нужно приложить максимум усилий для того, чтобы добиться максимального снижения уровня внутриглазного давления, для того, чтобы постараться сохранить зрительные функции. Каким образом это можно сделать, используя топическую терапию? Для этого и предлагаются лекарственные препараты, которые относятся к
четырем фармакологическим группам, отличающиеся по механизму действия. Наиболее часто применяемым препаратом являются бета-адреноблокаторы. Они назначаются врачами довольно часто, более чем в 40% случаев. Но наиболее эффективными препаратами для лечения особенно продвинутых стадий заболевания принято считать аналоги простагландинов. И это очень детально прописано в действующих уже в течение более чем 2 лет клинических рекомендациях, где четко прописана тактика поведения врача при выборе или принятии решения о лечении больных глаукомой. Там прямо пишется, что лечение с помощью гипотензивных глазных капель остается во всем мире предпочтительным стартовым подходом из-за его благоприятного профиля риска и пользы. И учитываются еще другие показатели, которые играют очень важную роль в оценке эффективности лечения и принятия решения о смене тактики. Речь идет о необходимости принимать во внимание не только эффективность назначенного препарата, но его безопасность, схему дозирования, необходимый процент снижения внутриглазного давления от исходного уровня. И, к большому сожалению, мы должны учитывать и такие факторы, как стоимость и доступность препарата. И в этом отношении чаще всего говорят о препаратах первого выбора, к которым относятся прежде всего аналоги простагландинов и простамиды. Именно эти препараты, препараты этой фармакологической группы отличаются особо высокой гипотензивной эффективностью и должны использоваться чаще всего на старте лечения. Потому как, учитывая только что показанные вам сведения о большом проценте пациентов с продвинутыми стадиями заболевания, именно аналоги простагландинов могут обеспечить, но далеко не всегда могут обеспечить снижение внутриглазного давления максимально от исходного уровня, и тем самым создать условия для сохранения зрительных функций. Препараты других фармакологических групп, они тоже очень важны, но они отличаются меньшей гипотензивной эффективностью, но они также нужны для того, чтобы можно назначать, и их назначают, с учетом некоторых особенностей течения глаукомного процесса. Только что я говорил о том, что простагландины или аналоги простагландинов – это наиболее эффективные препараты. Таких оригинальных препаратов, которые есть в распоряжении офтальмологов, всего 4. Они приблизительно имеют одинаковую гипотензивную эффективность, но кроме оригинальных препаратов есть еще и генерические формы. Эти препараты, их может быть уже более 10 на рынке, фармацевтическом рынке, и они должны быть востребованы хотя бы потому, что, как и оригинальные препараты, они редко уступают тем характеристикам, которые должны быть отмечены у этой категории больных. И вот с практической точки зрения препаратов, врач должен иметь базовые представления, которые позволят ему самостоятельно осуществлять выбор в пользу оригинального препарата или его дженерической формы. Это непростое тоже решение и с этической и медицинской точки зрения для того, чтобы принять то решение, которое позволит
удовлетворить и пациента в том числе. Дело в том, что есть, иногда есть элементы сомнения в эффективности и безопасности дженерических форм, но, как показывают многочисленные исследования, дженерические формы мало чем отличаются от оригинальных форм, поэтому они имеют полное право быть рекомендованы для лечения глаукомы. И на примере такого препарата, как Тревиалан, который является дженерическим продуктом Травопроста, я хочу показать его эффективность и безопасность в лечении больных глаукомой. Тревиалан – это Травопрост с той же концентрацией, как и оригинальный препарат, но одно из важнейших и принципиальных отличий этого препарата является отсутствие в нем консерванта. Мы последние годы довольно часто говорим о необходимости применения и использования бесконсервантных форм глаукомы, приводя для этого очень важные аргументы, которые необходимо учитывать для повышения эффективности лечения больных глаукомой и предупреждения развития тех осложнений, которые связываются чаще всего с применением препаратов, содержащих консерванты. И в этом отношении Травопрост без консерванта выгодно отличается от подобных аналогов, содержащими консервант, учитывая то обстоятельство, что он так же, как и оригинальный препарат, отличается такой же высокой гипотензивной эффективностью. Проведенные исследования у пациентов с открытоугольной глаукомой, сравнительные исследования касались Травопроста и Латанопроста как препарата, чаще всего с которым сравнивают эффективность других лекарственных средств, показало, что и Травопрост без консерванта, и Латанопрост отличаются высокой гипотензивной эффективностью, и снижением триглазного давления достигает довольно больших показателей. А что касается возможного побочного сопровождения этого препарата, такого как, скажем, возникновение гиперемии, так оно одинаково оказалось при длительном наблюдении как у Травопроста без консерванта, так и у Латанопроста. Этот показатель оказался несущественным. А если принять во внимание, что возникающая гиперемия как осложнение при использовании аналогов простагландинов, то нужно иметь в виду, что возникшая гиперемия не является результатом какого-то интраокулярного воспаления, а связана лишь с вазодилатацией и имеет склонность к постепенному исчезновению. И если больному объяснить возможность возникновения гиперемии в тех случаях, когда препарат оказывается особенно эффективным, тогда снимаются дополнительные эмоциональные проблемы, и больной может продолжать получать этот препарат. Проведенные исследования, которые касались сравнительной характеристики Латанопроста, его дженерических форм, произведенные в трех компаниях, в сравнении с Тафлопростом, показал, что Травопрост, не содержащий консервант, выявил большее снижение внутриглазного давления, и особенно этот показатель важен при характеристике полученного внутриглазного давления по сравнению с исходным. Этот процент составил более 32 единиц, что говорит о высокой степени гипотензивного эффекта этого препарата. И мы часто говорим
о трудности лечения глаукомы с так называемым нормальным внутриглазным давлением. И еще одно исследование, которое показало гипотензивную эффективность травопроста, не содержащего консервант, с препаратами этого же фармакологического ряда, показал, что их показатели внутриглазного давления у больных глаукомой оказалось сопоставимым. За исключением может быть бимотопроста, который исходно отличается большей эффективностью, чем остальные аналоги простагландинов и простамидов. Но, опять-таки, возвращаясь к одной из предыдущих картинок, где говорилось о большом проценте пациентов с продвинутыми стадиями заболевания, мы не так часто, к большому сожалению, можем получить эффект от монотерапии и часто вынуждены прибегать к использованию комбинированных фиксированных форм. И в тех случаях, когда речь идет об исходно высоком внутриглазном давлении у больных с продвинутыми стадиями заболевания, на старте лечения можно уже применять и назначать комбинированные фиксированные препараты. Их довольно много. Чаще всего они сочетают неселективный бета-блокатор, аналоги простагландинов или препараты других фармакологических групп. Преимущества фиксированных комбинаций очевидны. Они прежде всего дают возможность добиться более значительного снижения внутриглазного давления и именно назначаются тогда, когда нет эффекта от использования монотерапии. Повышается переносимость лекарственных препаратов. Это прежде всего связано с тем, что уменьшается контакт препаратов, особенно содержащих консерванты, и этим самым создаются условия для лучшей переносимости лекарственного средства. Может это создавать дополнительное уменьшение рисков влияния фиксированных комбинаций на ткани поверхности глаза, что совершенно автоматически можно рассматривать как предупреждение развития синдрома сухого глаза со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ну и совершенно очевидно, что уменьшение, говоря о удобстве применения фиксированных комбинированных форм, создается условие для меньшего использования частоты инстилляций, и этим самым повышается приверженность и комплаентность лечения. Больные меньше озабочены необходимостью более частых инстилляций, и этим самым создается и мотивация для выполнения назначений врача, повышается приверженность лечению, и что дополнительно создает условия для повышения качества жизни. Но какие бы препараты не назначались при лечении глаукомы, эти препараты больной должен получать в течение всей своей жизни. И вольно или невольно возникают риски возникновения системных и местных нежелательных явлений у ряда пациентов. А это, в свою очередь, напрямую сопряжено с комплаентностью, приверженностью лечения и качеством жизни. Среди системных нежелательных явлений, которые отмечены практически в каждой утвержденной инструкции, вложенной в упаковку для применения вот этих лекарственных средств, такие нежелательные явления указаны. Они характерны для
ряда препаратов различных фармакологических групп, но реже всего они встречаются при использовании аналогов простагландинов и довольно часто отмечаются при использовании бета-адреноблокаторов, особенно когда речь идет о возникновении отрицательного кардиотропного эффекта, который очень важен, и это необходимо учитывать, тем более в тех случаях, когда речь идет о необходимости совместного использования системных и топических бета-блокаторов, которые могут, с одной стороны, уменьшать гипотензивную эффективность топических препаратов и вызывать, наоборот, повышенные риски возникновения системных побочных эффектов. Но наиболее частым местным побочным эффектом от применения капель, содержащих консерванты, является так называемый синдром сухого глаза. Именно с этими жалобами приходят и обращаются пациенты к врачу. Они не говорят о том, что возникли суточные колебания, и они его как-то беспокоят, или изменилась структура зрительных функций, появились скотомы первого порядка. Больной называет вам и говорит вам о том, что его беспокоит. А его чаще всего беспокоит слезотечение, резь, покраснение, зуд, иногда боли в глазах. И именно эти жалобы, которые напрямую не имеют отношения к глаукоме, но они очень важны для анализа на клинической ситуации и должны обязательно быть учтены врачом для того, чтобы он мог правильно выбрать тактику лечения. И отмахиваться от подобного рода жалоб категорически нельзя, потому как эти жалобы являются проявлением именно синдрома сухого глаза, который может служить отказом от лечения у тех больных, где такое состояние становится поводом для изменения тактики лечения. И проведенные исследования говорят о том, что у пациентов с глаукомой, где чаще всего сочетается синдром сухого глаза, и возникают побочные эффекты. Это чувство инородного тела, покраснение, зуд, светобоязнь, боль в глазу, затуманивание и так далее. И по сравнению, вы видите значительное различие между числом побочных эффектов в тех случаях, когда нет синдрома сухого глаза. Здесь почти в 12 раз реже возникают эти жалобы, а следовательно и необходимость принятия каких-то дополнительных мер. И вот побочные эффекты, возникающие в процессе лечения, сказываются на качестве жизни. Это совершенно очевидно, что еще раз должно побуждать врача принять необходимые меры для того, чтобы уменьшить или максимально нивелировать эти побочные эффекты для того, чтобы повысить качество жизни. А именно от качества жизни зависит и правильность выполнения назначения врача. Если качество жизни хорошее, качество жизни позволяет говорить о том, что пациента ничто не беспокоит, тогда и пациент выполняет назначение, и назначения, которые сделаны врачом, и эти назначения выполняются пунктуально, что, безусловно, сказывается на состоянии зрительных функций у больных глаукомы. И это подтверждается многочисленными исследованиями. И было доказано, что побочные эффекты утраивают риск прогрессирования глаукомы. То есть более чем в 3 раза чаще у больных, у которых есть побочные эффекты от проводимого лечения, в
более чем в три раза чаще прогрессируют глаукомы, и это приводит к снижению зрительных функций и снижению зрения. Для того, чтобы постараться как-то максимально нивелировать эти процессы, а это является необходимостью и входит в комплексное лечение глаукомы, необходимо использовать усилия, которые будут снижать возможные риски возникновения синдрома сухого глаза. Для этого существуют так называемые бесконсервантные препараты искусственной слезы, которые предназначены для того, чтобы максимально нейтрализовать химическое действие препарата, который пациент вынужден получать для снижения внутриглазного давления, и создать максимально благоприятные условия для сохранения тканей поверхности глаза, потому что морфологические изменения тканей поверхности глаза являются одной из причин снижения эффективности уже хирургического лечения у больных глаукомой. Поэтому введение в практику лечения больных глаукомой препаратов, не содержащих консерванты, но препаратов для сохранения и поддержания в более физиологичном состоянии тканей поверхности глаза, очень важны. И к таким препаратам можно отнести, например, Артелак-всплеск Уна или Артелак ночной. Последний препарат особенно интересен тем, что его композиционная составляющая, которая включает три компонента, позволяет максимально полно нивелировать те причины, которые могут быть вызваны консервант-содержащими препаратами гипотензивного действия. Назначение такого рода препаратов очень важны и должны регулироваться врачом с учетом клинической ситуации. С этой же целью применяются и препараты, не относящиеся к лекарственным средствам, но оказывающим очень важное и полезное влияние на ткани глаза. К одним из таких препаратов относится визлея, который включает в себя около 20 ингредиентов, куда входят препараты группы В, входят полиненасыщенные жирные кислоты, входят микроэлементы, которые создают условия для большей безопасности и поддержания в более физиологическом состоянии не только тканей передней поверхности глаза, но и состояние сетчатки. Их удобный прием, который заключается в однократном приеме один раз в день, позволяет создать условия для большей сохранности тканей глаза и создать условия для лучшего выполнения назначений врача. А что это очень важно, говорят очень многочисленные исследования. Ведь больные по той причине, по которой пациенты не выполняют назначение врача, а таких пациентов более 2/3, это именно те неудобства и те побочные эффекты, которые связаны с необходимостью длительной медикаментозной терапии глаукомы. И было подсчитано, что если бы этих проблем не было, тогда до 70% ослепших вследствие глаукомы больных, которые не соблюдали режим приверженности лечения в той или иной степени, могли бы сохранить зрение.
приверженность пациента лечению может влиять и, естественно, на результаты терапии. И было показано, что если приверженность лечению, комплаентность составляет более или около 90%, тогда можно быть в значительной степени уверенным в том, что не будет отмечаться прогрессирование глаукомы. И наоборот, если такой приверженности нет или она низкая, тогда прогрессирование глаукомы наблюдается почти у каждого второго. И это очень важное обстоятельство, которое необходимо принимать во внимание всякий раз, когда вы осматриваете больного и принимаете тактические решения в отношении пациента. Еще одно очень важное обстоятельство, которое тоже может повлиять на не только качество жизни, но и на течение глаукомного процесса. Иногда врачи в желании и в понятном желании добиться максимального снижения внутриглазного давления довольно часто прибегают к смене терапии, пытаясь любым способом добиться максимального снижения внутриглазного давления. Как показывает практика, такое состояние может быть получено, но какой ценой? В прямом и переносном смысле. Если врач довольно часто, и это немотивированное решение, старается выработать такую терапию у больного глаукомы, которая становится нереализуемой по ряду причин, приводит лишь к большим финансовым затратам. И было подсчитано, что частая смена режима обходится пациенту в 5 раз дороже. И это один еще будет повод к тому, чтобы больные отказались от лечения. Поэтому вопрос своевременной смены тактики очень важен, когда речь идет о необходимости правильно оценить ситуацию и принять единственно правильное решение и перейти к более активным способом лечения глаукомы. Ну, я уже говорил о том, что мониторинг очень важен для больных глаукомой, и особенно тогда, когда речь идет о нестабилизированном течении глаукомы. Но даже тогда, когда врач получил довольно убедительные показатели снижения внутриглазного давления, это еще не говорит о том, что такое состояние может продержаться довольно долго. Поэтому следить за состоянием внутриглазного давления очень важно. И это один из приемов, который наиболее часто используется для мониторинга. Вот один из примеров того, как соотношение между уровнем внутриглазного давления и изменениями полей зрения происходит у больных глаукомой. Чем меньше исходное внутриглазное давление или уровень внутриглазного давления, полученный в результате лечения, тем реже возникают изменения полей зрения, а следовательно, чаще всего сохраняются зрительные функции. И чем выше уровень внутриглазного давления, даже на фоне проводимого лечения, тем чаще возникают изменения зрительных функций. Обратите внимание на левый столбик. Ведь здесь внутриглазное давление колеблется в пределах, ну, не более или в среднем около, с разницей в 5 мм ртутного столба. Но посмотрите, насколько часто возникают изменения полей зрения при незначительных колебаниях внутриглазного давления. В 8 раз чаще прогрессирует глаукома, по данным периметрии, в тех случаях, когда не достигнуто того безопасного уровня внутриглазного давления, который и был бы полезен у данного больного. Но
оценка только одной гидродинамики или состояния внутриглазного давления недостаточно для того, чтобы принять во внимание состояние глаукомного процесса. Мы уже видели и сегодня об этом говорили, о том, что уровень внутриглазного давления может иметь тенденцию к колебанию, и это может скрывать те изменения, которые вызывают эти суточные колебания. Поэтому очень важна оценка структурных изменений зрительного нерва и сетчатки. Вот здесь показана картина диска зрительного нерва с интервалом всего лишь в 2 года. Здесь даже опытному офтальмологу не так легко на первый взгляд увидеть изменения состояния диска зрительного нерва. Они, безусловно, есть, но они не так ярко выражены, особенно если проводится такая беглая офтальмоскопия с узким зрачком. Поэтому и оценка только офтальмоскопическая картинка диска зрительного нерва недостаточна для оценки в общем глаукомного процесса. И для этого есть необходимость в оценке функциональных исследований, которые подтверждают те изменения, которые по совокупности возникли у пациентов с нарушением гидродинамики и изменением диска зрительного нерва. И этот пример показывает отрицательную динамику зрительных функций, что и еще раз говорит о необходимости такого тщательного осмотра и мониторинга за больными глаукомой. Этому же с этой же целью и используются более тонкие и важные исследования, такие как оптическая когерентная томография, которая позволяет, она синхронизирована с структурными изменениями диска зрительного нерва и показывает степень повреждения ганглиозных клеток сетчатки в парамакулярной и макулярной области и в диске зрительного нерва. Используя эти методы, врач может получить наибольшую информацию о состоянии структурных изменений на глазном дне. И особенно бывает полезна оптическая когерентная томография, совмещенная с ангиографией. Вот на этой картинке вы видите нормальную картинку диска зрительного нерва, ОКТ ангиографию в области диска зрительного нерва и обычную стандартную оптическую когерентную томографию, и это подтверждается нормальными зрительными функциями. И совершенно иная картинка возникает тогда, когда есть прогрессирование глаукомы, и эти изменения и структурные, и функциональные синхронизированы в зависимости от стадии глаукомного процесса и степени его развития. Ну и в качестве заключения я хочу вам сказать о том, что лечение глаукомы предполагает комплексный подход. При назначении гипотензивной терапии очень важно учитывать не только эффективность, но и степень развития нежелательных явлений. Длительная топическая терапия возможна при условии, когда есть препарат доступен и он эффективен. Есть возможность, и эта возможность гарантирована, высококвалифицированного наблюдения за больным глаукомом. И такое возможно в тех случаях, когда отсутствуют нежелательные явления назначенной вами терапии. Но длительная медикаментозная терапия у пациентов с продвинутыми стадиями глаукомы должна быть ограничена. Это особенно относится к пациентам с развитой и далеко зашедшими стадиями заболеваний. Должна быть ограничена медико-психологической подготовкой больного к операции. И основным аргументом для принятия такого решения является низкая комплаентность,
Реальность токсического действия консервантов именно поэтому чаще всего рекомендуется, и в этом есть абсолютный смысл в этой рекомендации, предлагать больным препараты, не содержащие консерванты. И тем более, если предполагается длительная медикаментозная терапия. А в случае неуспеха все-таки лучше избегать некорректного усиления режима и обсуждать вопрос о смене тактики. Мы, к большому сожалению, сейчас наблюдаем снижение хирургической активности, и не только снижение хирургической активности, но уменьшение эффективности хирургических вмешательств. И это напрямую связано с длительным, иногда необоснованным использованием медикаментозной терапии препаратами, не содержащими консерванты. Ну а неадекватная длительная терапия может быть причиной неуспеха антиглаукомных операций, о чем мы все чаще и чаще говорим и встречаемся в своей практической жизни. Большое спасибо. Получено несколько вопросов, я, если смогу, отвечу на них. Какие оригинальные капли для лечения глаукомы остаются на российском рынке? Если вы имеете в виду оригинальные препараты в прямом понимании этого слова, то, в общем-то, они сейчас есть в том ассортименте, как и было 2 года назад. Какова будет история в ближайшем будущем, я ответить на это не могу. Это относится больше к компетенции уже или к решению тех фирм, которые поставляют препараты на наш рынок. Но я как-то большого оптимизма не испытываю в этой части. Наверное, могут быть сбои, перебои, но, наверное, это будет все восполняться за счет дженерических форм, которых становится все больше и больше на рынке. Правомерен ли диагноз офтальмогипертензия, первичная, вторичная? Если вы этот вопрос относится к слову офтальмогипертензия, конечно, такой диагноз правомерен. И действительно, другое дело, что мы крайне редко выставляем этот диагноз. И это, я должен сказать, к большому сожалению, потому что офтальмогипертензия существует, она есть. Ее около 20% среди пациентов, у которых есть нарушение регуляции внутриглазного давления. И чаще всего офтальмогипертензия смещается или переносится, что ли, в графу глаукома, первичная, чаще всего открытоугольная глаукома. И больные получают лечение, которое при офтальмогипертензии должно быть очень сбалансировано и выверено. И не всегда пациенты с офтальмогипертензией нуждаются в гипотензивной терапии. К большому сожалению, это так. Поэтому внимание в тех случаях, когда возникают какие-то подозрения в отношении диагноза или первичной открытоугольной глаукомы или офтальмогипертензии, нужно приложить дополнительные усилия для того, чтобы понять ситуацию. Ну, если так совсем коротко говорить, во-первых, это чаще бывает
симптоматическая офтальмогипертензия, реже бывает эссенциальная офтальмогипертензия, но характерными такими признаками является это симметричность поражения, которая сопровождается повышенным внутриглазным давлением при сохранении, как правило, структурно-функциональных показателей. Но офтальмогипертензия может трансформироваться в обычно протекающую первично открытоугольную глаукому, поэтому внимание за ней должно быть такое же, как и за первично открытоугольной глаукомой. Но с лечением здесь нужно быть внимательными. Но если в тех случаях, когда есть факторы риска, о которых мы часто говорим, которые способны как-то провоцировать развитие глаукомного процесса в принципе, в таких случаях нужно быть особенно внимательным, потому как на этом фоне чаще всего может развиваться и первично открытоугольная глаукома. В каком случае выставлять офтальмогипертензию и в каком подозрении на глаукому? И в каком случае можно снять данный диагноз и через какое время? Часть ответа вы уже получили. Подозрение на глаукому, такой диагноз тоже существует. И вот понимаете, когда не набирается материала для того, чтобы быть уверенным в диагнозе, тогда и выставляется диагноз подозрения на глаукому. Нужно ли лечить или не лечить пациентов с подозрением на глаукому? Здесь опять-таки вступает в силу, но это общее рассуждение, если есть факторы риска, к которым относятся относительно высокий уровень внутриглазного давления, псевдоэкспиративный синдром, указание на наличие больных в роду, больных страдавших или страдающих глаукомой, там чаще всего это возникает. Вот в таких случаях нужно назначать гипотензивную терапию. В каких случаях снимается это и какое время для диагноза, какое время для этого нужно, это вопрос творческий. Ну, относительно не так редки случаи, когда больные получают незаслуженную терапию, и больных, и диагноз у них сомнительный, ну, это опять-таки требуется наблюдение. Как правило, если больные, если такой диагноз уже поставлен, подозрение на глаукому, у них интервал между плановыми обследованиями должен быть сокращен. Об этом все прописано в клинических рекомендациях более детально. Но и эти пациенты требуют дополнительного внимания, потому что если есть подозрение на глаукому, это есть уже какие-то предварительные беспокойства, касающиеся того, что у них может развиться и настоящее заболевание. Поэтому здесь внимание должно быть дополнительное и более тщательное. Появились ли в России приборы для индивидуального измерения внутриглазного давления для круглосуточного измерения? Вот таких, я не знаю, какой вы имеете в виду прибор. Это некоторые больные, они, да, такие приборы есть, и некоторые больные приобретают те, которые могут купить такой же такой прибор, как, скажем, тонометр iCare. Но дело в том, что полностью на откуп пациенту давать им этот прибор для того, чтобы он сам принимал решение, что делать и как делать, было бы неправильным, потому что больной может по-своему трактовать полученные результаты или менять тактику лечения, что чревато, как правило, чревато
развитием или прогрессированием глаукомы. Этот процесс должен быть контролирован врачом обязательно. Ведь приборы, которые на рынке есть, такие приборы, как Айкера, теперь выпускаются без монитора, где больной не видит полученных цифр. И поэтому это правильное решение разработчиков. И он должен прийти, сделав необходимые измерения, он должен прийти к врачу, который перенесет это на компьютер и обработает полученные данные. И именно врач должен принять решение о тактике дальнейшего лечения. Повышение ВГД 24-25 по Маклакову при наличии неактивной эндокринной офтальмопатии, при отсутствии других признаков глаукомы, требует ли назначение гипотензивных препаратов? Ну, как правило, такое высокое давление, оно может быть связано с основным процессом, который, если это не глаукома, может быть связано с эндокринной офтальмопатией. Там может быть связана вполне законная неточность при измерении внутриглазного давления или та же самая симптоматическая офтальмогипертензия. И если я скажу, что такие больные нуждаются в особом наблюдении, это не дежурный ответ, а по факту, действительно, потому что там могут быть проблемы, если эндокринная офтальмопатия не получает какого-то разрешения в отношении лечения. Но, как правило, если она получает лечение и есть отклик на это лечение, как правило, и если это не связано с глаукомой, как правило, эта офтальмогипертензия уходит сама по себе. Но если это приобретает уже угрожающие значения и такие цифры, которые превышают 25 миллиметров ртутного столба, они требуют назначения гипотензивных препаратов, исключающих аналоги простагландинов. Нужно выбирать препараты без простагландиновой активности и не содержащие консерванты. У больных с артериальной гипертензией особенно чувствительны ткани поверхности глаза к всякого рода химическим факторам воздействия, к которым относится бензалконий хлорид. Ну, а сейчас я хочу предоставить слово Карвуловской Елене Александровне, которая предложит вам интересную тему, касающуюся уже донной патологии. Всего доброго, спасибо за внимание. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня слышно? Добрый день, уважаемые коллеги. Разрешите представить вашему вниманию сообщение о макулярной патологии, особенностях диагностики и ведения таких пациентов с макулярной патологией. Так, а как мне это сделать? У нас на пол. А что мне нужно сделать?
Сегодня мое сообщение будет посвящено макулярной патологии, особенностям диагностики пациентов с данной патологией и особенностям ведения. Не переключается. Почему? Макула – это овальный участок сетчатки заднего полюса глаза. Сама непосредственно в центре макулы располагается фовель, центральная ямка мы ее называем. Именно в этой зоне сосредоточены самое большое количество плотно расположенных палочек и колбочек – это фоторецепторные клетки. И именно эта зона обеспечивает человеку предметное зрение, контрастное зрение, то есть все краски жизни, которые мы можем видеть. Это, соответственно, будет отвечать именно эта зона сетчатки. Макулярная патология на самом деле очень обширна и включает в себя очень большое количество заболеваний, несмотря на то, что сама зона очень маленькая, да, но различных патологических процессов, протекающих в этой зоне, может быть достаточно много. Это изменения внутренней пограничной мембраны, которые будут снижать центральную остроту зрения. Это ветрономакулярный целый комплекс такой заболеваний, связанных с патологией ветрономакулярного интерфейса, ветрономакулярная тракция, которая угрожает развитием сквозного макулярного разрыва. Это макулярные разрывы, сквозной, ламеллярный разрыв, перитональный фиброз, возрастная макулярная дегенерация. Это целый пласт, наверное, таких вот патологических состояние заболеваний, которые включают различные виды возрастной макулярной дегенерации, различные ее формы, в том числе редкие виды. Это заболевания, которые сопровождаются макулярными геморрагиями. Это тоже достаточно большой комплекс заболеваний, которые могут быть связаны в том числе и с сопутствующей патологией у пациента, как сопутствующей общей патологией, так и сопутствующей патологией сетчатки органа зрения. Также могут быть состояния, которые будут являться последствиями травм. Это макулярный отек различного происхождения. Это огромное, на самом деле, количество заболеваний. Но сегодня мы поговорим именно о тех заболеваниях, которые лечатся хирургически, и, соответственно, разберем именно сегодня эти моменты. К ним я отнесла патологию ветромакулярного интерфейса, это ветромакулярная тракция, которая угрожает разрывом сквозного макулярного отверстия, это сквозной макулярный разрыв, ламеллярный макулярный разрыв и такое заболевание, как эпирициональный фиброз. Состояние ветромакулярной ангезии, тракции, формирования разрыва в настоящее время, согласно современным классификациям, следует понимать как некий такой единый последовательно развивающийся процесс, на определенных этапах которого мы можем хирургически помочь пациенту и, соответственно, сохранить достаточно высокие зрительные функции. Вообще, сам по себе развитие макулярного разрыва, его и следует рассматривать как именно финальное проявление ветромакулярного тракционного синдрома. То есть первично отмечаются косые тракции в области ямки, образуются тяжи на поверхности стекловидного тела, тракция начинает распространяться на все слои, и, по сути дела, как бы создавая такой псевдокистозный отек, распространяется по типу так называемой консервной банки. Потом часть купола, которая, где отсутствует прилегание, мы ее называем крышечкой, тракция продолжается, и уже эта крышечка, так сказать, отрывается и формируется сквозной макулярный разрыв. Здесь, конечно, у пациента значительно теряют центральную остроту зрения, им становится невозможно читать текст, выполнять какую-то зрительную работу, проявляются искажениями и прочими симптомами, о которых мы чуть-чуть попозже поговорим. Состояние ветриомакулярной тракции, которое предвосхищает развитие, так сказать, макулярного разрыва, вот, оно связано как раз именно вот с отслоением фавеолы,
плотный, когда у нас идет плотное прилегание заднего гиалоида к внутренней пограничной мембране, вот, могут такие псевдокисты формироваться, как мы здесь вот сейчас видим на снимке. Предшествует ветроэмакулярной тракции состояние, которое мы называем ветроэмакулярной адгезией. Это состояние не является патологическим, и определить его и заподозрить, допустим, у пациента вероятность развития каких-то негативных событий в будущем, связанных именно с макулярной зоной, мы можем по оптической когерентной томографии и только. Какой-то симптоматики у пациентов, как правило, в эти моменты нет каких-то клинических проявлений. Чаще всего пациенты обращаются либо с какими-то другими жалобами и заболеваниями, но при проведении оптической когерентной томографии мы можем у пациента ветроэмакулярную адгезию обнаружить. Достаточно распространенное состояние, и по-разному на самом деле его можно оценивать. И мы, как правило, и не знаем, как разрешится ветроэмакулярная адгезия. Это может быть совершенно безопасно для пациентов, пройдет возрастной процесс задней отслойки стекловидного тела, в связи с чем все достаточно хорошо для пациента разрешится без потерь каких-либо зрительных функций. На какую ветроэмакулярную адгезию мы будем обращать внимание? Это по УКТ 1500 микрон. Этот размер был установлен гистологически, что размер такой адгезии более, он как бы более вероятен по развитию каких-то неприятных состояний в области центральной ямки. Вот, используется достаточно часто в литературе и в центрах анализа данных УКТ. Если ветроэмакулярная адгезия не разрешается благополучно, да, и мы видим, что сила вот этой адгезии настолько велика, что начинается уже изменение, мы видим изменение профиля центральной ямки. Здесь уже это состояние мы должны расценивать как патологию. Чаще всего у пациентов, особенно очень таких чувствительных, это может сопровождаться уже и субъективной симптоматикой. Конечно, также основные изменения мы видим по оптической когерентной томографии. Мы видим частичную заднюю отслойку стекловидного тела. Мы видим, что в перифавиалярной области она произошла. И мы видим достаточно плотное сращение именно с макулярной областью. И видим, что эти изменения могут быть достаточно критичными. И если как бы вспомнить классификацию, то это как раз будет состояние угрожающего центрального сквозного макулярного разрыва. Кому подвержены, то есть для кого характерны такие изменения? Это люди старшей возрастной группы, старше 50 лет, это пациенты с близорукостью высокой степени, с возрастной макулярной дегенерацией, с диабетической ретинопатией, посттромботической ретинопатией, то есть те пациенты, которые могут находиться в группе риска. Как правило, на ранних стадиях бессимптомное течение, и даже когда мы на оптической когерентной томографии у пациентов такие изменения видим, многие из них не предъявляют никаких жалоб. Крайне редко бывает, что пациенты обращаются к нам самостоятельно с жалобами, да, и говорят, что у них появились, допустим, какие-то искажения изображений, так называемые метаморфопсии. Вот это, как правило, все протекает безболезненно, могут жаловаться на размытость контуров, могут говорить о том, что, в принципе, не сильно что-то мешает, но как будто бы в центральном поле зрения появилось какое-то пятно полупрозрачное, которое мешает рассматривать объекты. Но в целом острота зрения, как правило, у таких пациентов сохраняется достаточно высокой. Если мы измеряем эти показатели, то острота зрения бывает достигает и 0,9 единицы. Такие методы исследования, как вот я уже сказала, визометрия, когда мы видим достаточно высокие зрительные функции у пациента, допустим, офтальмоскопия, тест, различные тесты, которые активно применяются у пациентов с патологией, когда уже произошел сквозной макулярный разрыв, как правило, мы каких-либо убедительных данных не получаем. То есть данные методы, они имеют ограниченную ценность. Наибольшая ценность диагностики именно ветроэмакулярной тракции – это оптическая когерентная томография. Однако такое исследование, как использование сетки Амслера, когда пациенту предлагается посмотреть на изображения клеточек и, соответственно, оценить их расположение. Вот при предъявлении пациенту сетки Амслера именно с ветромакулярной тракцией, особенно если есть изменения уже, допустим, во внутренних слоях фоторецепторов, да, то мы видим
искажение. Пациент, вернее, не мы видим, пациент видит искажение линий, о чем он нам рассказывает. Ну, некоторые даже могут изобразить графически. Самый основной метод и единственный способ, который мы можем обнаружить ветрумакулярный трофционный синдром, это регулярное наблюдение офтальмолога и проведение ОКТ у пациента с определенной периодичностью. Метод бесконтактный, используется здесь метод интерференция световых волн, производится детализированное изображение отдельных слоев сетчатки, можно получить и 3D изображение сетчатки и определить вот это вот взаимодействие, да, ветрумакулярной зоне ветрумакулярного интерфейса, вот, увидеть периферическую отслойку сетчатки, периферическую отслойку стекловидного тела, тракции со стороны стекловидного тела, могут быть какие-то, допустим, там псевдокисты. Вот здесь вот вашему вниманию представлены различные виды, здесь и наши пациенты, и литературные данные, насколько разнообразны ветрумакулярные тракции, которые мы можем видеть по оптической когерентной томографии. И вот то, о чем я сказала, некоторые приборы позволяют построить картинку так называемым 3D-изображении, где мы можем видеть, как это взаимодействие выглядит, да, и каким образом это может происходить. Что бывает с ветрумакулярной тракцией и всегда ли должен сформироваться сквозной макулярный разрыв и пациент всегда ли должны снизиться зрительные функции. К счастью, бывают самопроизвольные разрешения у пациентов, когда мы, допустим, на ОКТ видели ветрумакулярную тракцию, приняли решение каких-то, скажем так, дополнительных воздействий не производить, выбрали выжидательную тактику, и пациент через какое-то время, достаточно, правда, мы достаточно часто рекомендуем пациентам наблюдаться с такими изменениями на оптической когерентной томографии, и мы, к счастью, видим, что в пользу пациента процесс разрешается, то есть стекловидное тело полностью отделяется из этой зоны без каких-либо потерь нейросенсорной сетчатки. И пациента острота зрения остается достаточно высокой. Может произойти формирование сквозного макулярного разрыва. Здесь также стадии процесса на слайде представлены, когда все стадии вот эти вот проходят последовательно от ветрумакулярной тракции до формирования сквозного макулярного разрыва. К сожалению, у пациентов, когда формируется сквозной макулярный разрыв, происходит значительное снижение зрительных функций, и мы чуть позже тоже об этом поговорим. Если мы говорим о ветрумакулярной адгезии, то здесь, наверное, три основных направления, которые могут быть у пациента применены. Один из вариантов, о чем я уже сказала, это выжидательная тактика, это наблюдение, частый мониторинг по оптической когерентной томографии у пациентов. Те пациенты, как правило, которые не имеют симптомов, есть изменения по ОКТ в виде фиксации волокон стекловидного тела без какого-то выраженного тянущего действия. Те пациенты, у которых есть вышеперечисленные симптомы и риск развития макулярного отверстия, может быть показано хирургическое вмешательство, витректомия, удаление стекловидного тела, так сказать, отделение задней гиалоидной мембраны для того, чтобы эту тракцию устранить. И, соответственно, не дожидаться каких-то более грозных изменений, формирования сквозного макулярного отверстия, чтобы сохранить пациенту максимально высокие зрительные функции. И зачастую витректомия может проводиться в комбинации с ФАК-эмульсификацией катаракты, если это необходимо. Вот. И, соответственно, пациент может даже и улучшить свои зрительные функции. В мире и сейчас в России очень активно много работ ведется на московском филиале МНТК о применении ферментов для лечения таких состояний. То есть то препарат, который активно используется у наших коллег за рубежом, это препарат G-Trea или акриплазмин. Он вводится интравитреально и, соответственно, позволяет разрешить, так сказать, ветрумакулярный тракционный синдром, который даже может включать себе в том числе и разрывы сквозные макулярные, равные не более 400 микронов. То есть акриплазмин – это рекомбинантная протеаза, которая обладает активностью в отношении фибронектина и ламинина.
достаточно эффективный метод. У нас в России проводятся очень серьезные работы по использованию кололизина в таких случаях. И, соответственно, если все это будет разрешено и активно применяться, это, конечно, был бы один из вариантов именно нехирургического, такого достаточно щадящего микроинвазивного вмешательства, который позволит пациенту избегать такого грозного осложнения, как сквозного макулярного разрыва. Когда же все-таки это случается, возникает частичное или полное повреждение нейросенсорных слоев сетчатки в центральной зоне, может быть частичным или проходить через все слои от внутренней пограничной мембраны до наружных сегментов фоторецепторов. Как правило, здесь уже бессимптомно такие заболевания не протекают, и пациенты, как правило, уже на стадии формирования сквозного макулярного разрыва, они все-таки уже начинают видеть эти изменения. Это достаточно выраженные искажения. Иногда пациенты рассказывают о том, что они смотрят на лицо своих коллег, своих близких, и лица достаточно сильно искажены. Изображение в телевизоре искажено, часто пятно в центральном поле зрения, которое не позволяет, допустим, прочитать там какие-то части текста. Вот. И, соответственно, пациенты, когда замечают подобные, когда возникают у них подобные жалобы, они, конечно, начинают достаточно в скорейшем времени посещать офтальмолога для того, чтобы понять, что произошло и каким образом можно им помочь. Вот. Распространенность популяции сквозного макулярного отверстия это где-то 3,7%. Это люди чаще всего старшей возрастной группы, хотя бывают и разрывы, связанные, допустим, с перенесенными травмами и другими состояниями. Но если мы вот говорим вот о классическом таком варианте развития, то это чаще всего старшая возрастная группа, чаще наблюдается у женщин где-то в возрасте 55-65 лет. Одномоментно достаточно редко случается центральный разрыв сетчатки. Как правило, это односторонне, но за другим глазом, конечно, необходимо наблюдать, потому что если такое состояние, допустим, как достаточно протяженная ветрумокулярная адгезия на другом глазу у пациента существует, то, как правило, все-таки нужно за ним пристально наблюдать, и, возможно, более ранняя хирургия, более ранняя, это как раз, наверное, тот случай пациентов, когда на стадии ветрумокулярной тракции мы все-таки предложим пациенту хирургическое лечение для того, чтобы сохранить максимальные зрительные функции у этого пациента. Макулярные разрывы могут быть так называемые идиопатические, да, или вот это то, что, о чем мы разобрали, как финал ветрумокулярной тракции, вот, который происходит вот в результате отделения задней гиалоидной мембраны стекловидного тела. Вот. Это могут быть такие состояния происходить при высокой близорукости, так называемые фовеошизисы, макулошизисы, которые сопровождают пациентов с высокой близорукостью. Достаточно тяжело протекающее состояние, тяжело подвергающееся хирургическому лечению. Это могут быть пациенты с предшествующей регматогенной отслойкой сетчатки в результате травм, как я уже сказала, и поражение лазером. Тоже достаточно часто встречаются такие пациенты, которые используют, допустим, там лазерные указки или какие-то средства, допустим, лазерные, которые используются там, да, для украшения там зданий, домов. Вот, к сожалению, могут приводить тоже к таким состояниям. Существуют две классификации, на которые мы сейчас ориентируемся. Это классификация макулярного разрыва по ГАС. Он достаточно давно существует и включает в себя четыре стадии. И более современная классификация, о которой мы уже сегодня поговорили, это как процесс, который развивается последовательно от ветрумокулярной адгезии до ветрумокулярной тракции. Если говорить по классификации по ГАСу, то первая стадия называется либо предразрыв, премакулярный разрыв, различают, как правило, фоторецепторы остаются сохранными, различают 1А стадию, когда офтальмоскопически мы это видим в виде желтой точки, или стадию 1Б, желтое кольцо. Если мы будем говорить по ОКТ-классификации, то это здесь как раз будет ветрумокулярная тракция. Уже на последующих стадиях, это вторая, третья стадия, мы уже здесь видим сквозной дефект, мы его, как правило, видим хорошо, офтальмоскопически. На более ранних стадиях это небольшой диаметр, до 400 микрон.
круглый, овальный, может быть, подковообразной формы, расположен, может быть, по центру, может быть, располагаться эксцентрически. Мы можем видеть и крышечку. Это те фоторецепторы, которые, к сожалению, уже отделились от своего правильного местоположения. У пациента, как правило, появляются метаморфопсии. Иногда острота зрения может сохраняться и достаточно в пределах таких хороших десятых, ну, 2 десятых, 5 десятых. Вот. Где-то в 2/3 случаев, во второй стадии происходит увеличение разрыва, острота зрения пациента начинает снижаться, диаметр становится разрыва больше, края могут быть достаточно серьезно изменены, могут быть такие пигментированные демаркационные линии, перетяжки, могут быть псевдокистозные изменения. Ну и, соответственно, когда разрыв уже становится достаточно большой, это 4-я стадия, если мы не предпринимаем каких-то у пациентов вмешательств хирургических, острота зрения начинает значительно снижаться. И если пациент, конечно, очень длительно ходит с подобной патологией, разрывы достаточно больших размеров, острота зрения крайне низкая, сильно изменены края макулярного отверстия, то, как правило, прогноз таких пациентов, к сожалению, не очень хороший в плане восстановления остроты зрения после операции. А здесь на слайде мы видим последовательно еще раз показано, как развивается, да, от стадии угрозы формирования макулярного разрыва, да, к формированию первой, второй и третьей стадии. Что нам помогает в постановке диагноза? Это, естественно, исследование остроты зрения, дополнительные методы с использованием щелевой лампы, теста Амслера, проведение таких методов обследования, как оптическая когерентная томография, ультразвуковая диагностика, сканирующая лазерная микроскопия и так далее. Что мы видим при офтальмоскопии? Как правило, это определяется округлый или овальный дефект в макулярной зоне с четко очерченными краями, ярко-красной формы. Длительно существующие сквозные макулярные разрывы содержат в своем основании так называемые желто-белые включения, которые уже свидетельствуют о повреждении пигментного эпителия сетчатки. Края макулярного разрыва зачастую могут быть отечными, мы это тоже можем видеть, особенно при большом увеличении при офтальмоскопии, что обусловлено такими псевдокистозными изменениями сетчатки по краю макулярного разрыва, тоже не очень, скажем так, благоприятный прогностический признак в плане восстановления зрения. Можем использовать так называемый тест Воцки-Аллена или щелевой тест, когда мы используем вертикальный луч на щелевой лампе и видим как бы разрыв или истончение луча в центре, что указывает нам на то, что здесь имеется дефект в слоях сетчатки. Тест с зеленым лучом, когда он также помогает нам определить макулярное отверстие, может позволить локализовать его и, соответственно, определиться с размерами дефекта. Луч направляется непосредственно в макулярное отверстие. Макулярный разрыв не позволяет пациенту увидеть световой луч, однако пациент начинает его видеть, когда луч направляется на здоровую зону сетчатки. Тест Амслера, один тоже из таких информативных, очень хорошо может использоваться и у пациентов для самоконтроля. Мы пациентам практически с макулярной патологией всем объясняем, как этим тестом пользоваться, проводить его в качестве самоконтроля, особенно если, например, же какая-то катастрофа случилась на одном глазу. Для наблюдения самоконтроля пациенты всегда спрашивают, а как мне не пропустить, на что мне обратить внимание. Вот, то есть это один из тех тестов, который может у пациентов использоваться, и при внимательном его использовании, соответственно, пациент вовремя может обратиться. Флуоресцентная ангиография имеет, конечно, меньшую ценность, но и в плане того, что сейчас все-таки доступность контраста крайне низкая, эти методы исследования, к сожалению, мы используем, ну, практически в своей практике не используем. Но основная ценность могла бы быть в том случае, если сопровождалась бы, допустим, у пациента и той же возрастной макулярной дегенерации, развитием там хоридальной неоваскуляризации. В отличие от какой-либо другой патологии макул, то здесь мы не видим просачивания контраста или, допустим, там аккумуляции контрастного вещества. Поэтому, ну, данный метод имеет ограниченную ценность, так же как и А, Б сканирование. Они дают нам дополнительные данные в тех случаях, когда у пациента, допустим, может быть какая-то сопутствующая патология. И опять же, основной метод, на который мы опираемся,
с помощью которого мы диагностируем заболевание и, соответственно, в последующем отслеживаем и наши послеоперационные результаты, это оптическая когерентная томография. По оптической когерентной томографии принято различать малые разрывы до 250 микрон. Как правило, при таких разрывах острота зрения может оставаться достаточно высокой. Этот вид по размеру разрыва может быть очень оптимальным для лечения ферментами, в частности оклеплазмином, и очень высокая успешность в данном случае хирургии таких пациентов. Средний разрыв – это от 250 до 400 микрон, также достаточно благоприятный для хирургической техники, и большие разрывы. Вот здесь это разрывы более 400 микрон. На самом деле, эти две классификации, о которых я только что проговорила, они никоим образом не противоречат друг другу. Эти классификации, по сути дела, говорят об одном и том же, только одна является биомикроскопической, а другая показывает нам стадии формирования и, соответственно, размеры макулярного разрыва у пациента. Ламеллярный макулярный разрыв – это результат так называемого абортивного течения формирования макулярного разрыва, либо это вследствие каких-то других патологических состояний, может быть и при эперитинальном фиброзе, при различных сопутствующих заболеваниях, тоже там диабетической ретинопатии и многих других состояниях. Здесь мы видим, что разрыв не захватывает все слои, так как это было при сквозном макулярном отверстии. Мы видим регулярность фовиального контура. Мы видим дефект внутренних слоев фовия. Можем видеть такие ретиношизис-подобные состояния, обычно между наружным плексифорным и наружным ядерным слоями. Сохранение интактного слоя фоторецепторов, как правило, и толщина периферических тканей практически чаще всего мы ее видим в пределах нормальных значений. Каким образом производится хирургическое лечение макулярных разрывов? Это проведение витрэктомии с удалением центральных отделов стекловидного тела, обязательное окрашивание внутренней пограничной мембраны, удаление внутренней пограничной мембраны и закрытие уже непосредственно макулярного отверстия. На самом деле существует достаточно немалое количество способов. Это начиная, допустим, с механических, но они сейчас имеют на самом деле очень такие ограниченные применения. Да, в основном используются такие методы закрытия, как использование внутренней пограничной мембраны, допустим, использование перевернутого лоскута для закрытия сквозного макулярного отверстия. И это различные использование PRP-терапии, ACP, это так называемая обогащенная тромбоцитами масса, которая позволяет использовать ее в виде биоклея. То есть основная задача получается такова, что мы должны любыми способами препятствовать затеканию жидкого содержимого, да, в края макулярного разрыва после операции, для того, чтобы предотвратить его открытие. Соответственно, после того, как мы убираем тракционное воздействие со стороны стекловидного тела, со стороны, там, допустим, если есть параллельные там перитональные мембраны, внутренние пограничные мембраны, и когда мы эти тракционные воздействия хирургически убираем, в последующем мы используем вот какой-то из вариантов, скажем так, закрытия макулярного отверстия. Ну, здесь вот мы на операции видим, что подсушивается жидкость над краями отверстия и используется в данном случае PRP, обогащенная тромбоцитами плазма крови. И, как правило, использование каких-либо там возможных методов закрытия макулярного отверстия приводит к достаточно хорошим результатам, даже у тех пациентов, у которых размеры отверстия составляют там 800 тысяч, 1200 микрон и более. Еще одной патологией витремакулярного интерфейса, которая требует хирургического вмешательства, это эперициальный фиброз. Перитональные мембраны – это такой тип фибровоскулярной пролиферации в области ретинального интерфейса, вот, который возникает, как правило, в различных случаях, чуть позже об этом скажу, это результат воспалительной фиброглиальной пролиферации с локализацией на внутренней поверхности сетчатки, которая может быть спровоцирована как аномальная слойка заднего витриума, так и другими.
составляющими. Перитонеальные мембраны, их развитие сопутствует достаточно большому количеству глазных заболеваний, это и пролиферативной ретинопатии, в том числе при диабетической ретинопатии, при перигматогенной отслойке сетчатки, тромбоза центральной вены сетчатки, пролиферативной диабетической ретинопатии, макулярных разрывов, воспалительным заболеваниям заднего сегмента глазного яблока, в результате проникающих ранений, и при других патологических состояниях, которые, в принципе, принято называть как вторичные перитонеальные мембраны. Мембраны, которые развиваются без каких-то, скажем так, видимых сопутствующих глазных или общих заболеваний, принято называть идиопатическими. Методы исследования достаточно схожи, и комплекс исследований при заболеваниях макулярной патологии, он при разных заболеваниях применяется практически один и тот же. Жалобы очень схожи. При перитонеальном фиброзе также пациенты могут жаловаться на снижение остроты зрения, на появление искажений, на появление метаморфопсии. Тщательный сбор анамнеза позволяет нам тоже двигаться в правильном направлении, особенно изучение сопутствующих заболеваний, течения. Используется активно также тест Амстера, для того, чтобы понять, какие изменения у пациента в центральном поле зрения происходят. Офтальмоскопия – это осмотр пациента за щелевой лампой. Как правило, мы достаточно хорошо чаще всего видим при офтальмоскопии у пациента перитонеальные мембраны, можем понять их локализацию, распространенность. Вот. Но, однако, основным методом продолжает также являться оптическая когерентная томография, которая позволяет нам видеть как бы так при пожизненном сагитальном срезе, да, сетчатки. Мы видим, что здесь перитонеальная мембрана достаточно хорошо контурируется, мы видим изменения наружных и внутренних слоев фоторецепторов, которые вызваны вот этими аттракционными воздействиями. В ряде приборов есть возможности, скажем так, осмотра сверху, так называемый режим in-face, который также нам позволяет понять распространенность процесса, допустим, где мы видеть, где, допустим, большее сокращение возникает, что очень важно при подготовке к операции, определения, допустим, место захвата перитонеальной мембраны во время хирургии. Вот. Такие методы, как, например, ангио-КТ, также может применяться при необходимости, особенно у тех пациентов, допустим, сопутствующей патологии диабетической ретинопатии, диабетического макулярного отека. Также бывают зачерпные патологии, когда мы увидим у пациентов не только перитонеальный фиброз, но и, допустим, возрастную макулярную дегенерацию, в том числе и влажную форму с активными хоридальными неоваскуляризациями. Данный метод тоже может быть весьма необходим. Ну, по ультразвуковому сканированию, по физиологическим исследованиям, как правило, по необходимости также таким пациентам могут быть выполнены. На сегодняшний день какого-то консервативного лечения, которое позволило бы там рассосать каким-то образом эти мембраны, да, его, к сожалению, нет, но не применяется. И здесь, как правило, тоже два варианта тактики. Это выжидательная тактика, когда пациент, мы, допустим, по УКТ видим перитонеальный фиброз, но пациент не предъявляет никаких жалоб, мы не видим каких-то значимых деформаций, допустим, там, угрожающих развитию, допустим, какими-то разрывами мамиллярными или сквозными. При предъявлении пациенту той же сетки Амстера пациент не говорит нам об искажениях. Как правило, здесь мы пациента предупреждаем о том, что такое состояние по оптической когерентной томографии у него есть, и мы такого пациента начинаем наблюдать. Если же пациент, конечно, приходит к нам с жалобами, с выраженными изменениями и со снижением зрения, в том числе, конечно, здесь единственный способ – это хирургическое лечение, проведение амбидектомии с удалением перитонеальных мембран и внутренней пограничной мембраны. На сегодняшний день основная масса хирургов склоняется к более раннему проявлению, к более ранней хирургии пациента с такими проявлениями для того, чтобы максимально возможно зрительные функции у такого пациента сохранить. Ну, вот здесь вот один из примеров нашего пациента. Острота зрения до операции составляла 0,4, после операции 0,6, ну это где-то примерно через 3-3,5 месяца после операции. Операция заключается в проведении витрэктомии микроинвазивной, удаляется центральный отдел стекловидного тела.
В последующем удаляется, вот сейчас мы на слайде видим, удаляется эпирициальная мембрана, здесь она достаточно хорошо сформирована, вот, ее удается достаточно хорошо захватить, и соответственно, эта мембрана удаляется. Аккуратно очень всегда проходим зоны центральные, да, центральные ямки для того, чтобы не было риска формирования сквозного макулярного отверстия во время операции. Вот. Как правило, у пациентов с эпирициальным фиброзом всегда внутренняя пограничная мембрана также очень сильно изменена. Поэтому обязательно после удаления эпирициальной мембраны производится окрашивание и удаление уже внутренней пограничной мембраны. Здесь вот мы видим при окрашивании, что внутренняя пограничная мембрана повторяет вот все те деформации, которые мы видели, были вызваны именно эпирициональным фиброзом. Как правило, в окончании операции здесь может быть как использованием, допустим, жидкостных средств тампонадовитреальной полости, в частности, БСС, либо использование газовой тампонады воздух или какие-то, допустим, легкие газы. Вот еще на одном слайде мы также можем видеть другого нашего пациента, видим, что достаточно такая выраженная мембрана с очень сильными деформациями, в режиме in-face мы ее видим, достаточно низкая острота зрения, но здесь надо отметить, что здесь еще имело место быть катаракта, который тоже вносил, так сказать, свой вклад в снижение остроты зрения данного пациента, и через год после операции острота зрения восстановилась до 9 строчек, и мы видим, что профиль сетчатки достаточно сильно изменен. Понятно, что не всегда после хирургических вмешательств мы можем видеть в последующем формирование классической вот, фове, фавеолы с ямкой. Вот. Но, однако, уже удаление самого этого тракционного компонента и, соответственно, прекращается тракционное воздействие на сетчатку, не накапливается жидкость, так называемая, да, интерстициальная, и пациенты начинают достаточно хорошо видеть, и центральная зона, несмотря на то, что деформация вот такая вот может сохраняться, все-таки могут получить после операции достаточно высокие зрительные функции. Ну, на самом деле здесь много факторов, это, конечно, там из положения точки фиксации, там и других факторов, но тем не менее успешная хирургия достаточно часто при эпирициональных фиброзах приводит к повышению таких пациентов остроты зрения. Очень важно введение послеоперационного периода, это, конечно, и непосредственно назначение антибактериальных препаратов, стероидных, антибактериальных, противовоспалительных препаратов, стероидных, нестероидных. При необходимости можно назначать, допустим, какие-то селективные нестероидные противовоспалительные средства, в том числе и в виде системной терапии. Но сегодня более подробно хотелось бы остановиться на комплексном применении нутрицептиков. На самом деле, та группа пациентов, о которых мы сейчас с вами говорили, это, как правило, все пожилые люди. И сетчатка одна из тех тканей, которая очень реагирует именно на оксидативный стресс, да, что приводит к увеличению реактивных форм кислорода, свободных радикалов, пероксида водорода, синглентного кислорода. Это воздействие света, старение, воспалительные какие-то вещи, курение. Сетчатка крайне чувствительна к оксидативному стрессу. Это сетчатка, это ткань, которая содержит большое количество полиненасыщенных жирных кислот. Это ткань, которая потребляет большое количество кислорода, большое содержание пигментного эпителия и нейросетчатки фотосенситайзеров. И при воздействии света появляется большое количество реактивных форм кислорода, которые приводят к повреждению фагоцитозу клеток пигментного эпителия. У пожилых людей они очень чувствительны к оксидативному стрессу, и избыток свободных радикалов, особенно вот тяжелый продолжительный оксидативный стресс, он, собственно, и лежит в основе возрастной макулярной дегенерации, когда накапливаются липофусцин, друзы, происходит повреждение клеток пигментного эпителия и гибель, конечно, клеток как пигментного эпителия, так и нейросенсорной сетчатки. Конечно, формирование свободных радикалов происходит и в обычной жизни. И есть механизм, конечно, который поддерживает и не позволяет свободным радикалам, да, проводить вот это вот окислительное повреждающее действие. Соответственно, система так называемых антиоксидантов – это система защиты глаза от оксидативного стресса, который может включать в себя несколько, целый ряд таких клеточных механизмов. Антиоксиданты, они могут вступать в взаимодействие с реактивными формами кислорода и как бы прекращать продукцию свободных радикалов.
Таким относятся пероксид дисмутаза, глутатион, пероксидаза, которые обеспечивают серьезную защиту от свободных радикалов и пероксидов, аскорбиновая кислота, витамин Е, нейтрализующий свободные радикалы и тормозящие перекисное окисление, ферментные антиоксиданты, каталаза, а также в сочетании с коэнзимами медь, цинк, селен и неферментные антиоксиданты, витамин А, С, Е, глутатион, меланин, лютеин, зеаксантин и другие. Единственным эффективным способом на сегодняшний день и эффективным подходом к снижению риска развития и прогрессирования возрастной макулярной дегенерации принято считать диетотерапию, которая направлена на повышенное потребление минералов, цинка, селена, антиоксидантов, витаминов группы С, Е и каротиноидов. Огромное количество исследований, крупномасштабные международные исследования, которые были направлены на то, чтобы найти оптимальное решение такой проблемы, да, и подобрать какую-то оптимальную формулу для того, чтобы пациент и люди там, старшего возраста могли получать с пищей то необходимое количество, да, там, лютеинов, зеаксантинов, витаминов и прочих антиоксидантов. Достаточно давно, вот с 2001 года, огромное количество исследований было проведено от ИАРС, Луна, Карма, РС-2, которые показали снижение риска прогрессирования при приеме данных, скажем так, природных антиоксидантов, да, которые показали, что прием лютеина с зеаксантином очень важен, и вместе с антиоксидантами приводит к повышению макулярного, плотности макулярного пигмента в центральной зоне сетчатки. Лютеин, зеаксантин и цинк способствуют сохранению зрительных функций и замедляют прогрессирование возрастной макулярной дегенерации. АРДС-2 говорит нам о том, что прием лютеина и зеаксантина вместе с витаминами группы С и Е также значительно снижает риски развития возрастной макулярной дегенерации. Исследование АРДС-1 оно проходило в 2001 году, было рандомизированное, плацебо контролированное двойное слепое исследование. Количество пациентов было достаточно большое, более 3500 исследований, более 3500 пациентов. Вот. Что было показано? Было показано, что витамин С, витамин Е, бета-каротин, цинк снижают риск прогрессирования заболевания в продвинутую фазу на 25% и предупреждают снижение зрительных функций у 27% пациент. Исследование АРДС-2, это 2009-2013 год, 4200 пациентов. Эти данные исследования показало, что назначение лютеина и зеаксантина одновременно с витаминами группы С и Д, а также цинком, привело к значимому снижению риска возникновения неоваскулярной стадии ВМД. Исследование Луна 136 пациентов показало, что прием лютеина и зеаксантина в сочетании с коантиоксидантами приводит к повышению оптической плотности макулярного пигмента в центральной зоне сетчатки большинства людей, включая в том числе и больных ВМД. И повышение именно оптической плотности макулярного пигмента продолжается в течение 3 месяцев даже после окончания курса применения лютеина и зеаксантина. Исследование Карма 2009 год также исследовалось на влияние лютеина и зеаксантина, витамина группы С и Е, и, соответственно, влияние их на сохранение зрительных функций. Очень интересное исследование. 433 пациента было в него включено с начальной стадии ВМД в возрасте до 50 лет. Там была группа 237 пациентов, которые принимали лютеин, зеаксантин, витамины группы Е, С, цинк, медь в течение 12 месяцев, и группа плацебо, которые не принимали препараты. И также было достоверно показано, что те данные, которые были получены у пациентов, которые получали лечение, а не плацебо, они значительно отличались. И также исследование нам показало, что у тех пациентов, которые принимали лекарственные препараты, острота зрения на 5 букв была лучше, чем в группе плацебо. На сегодняшний день один из оптимальных и близких по составу и значениям к адекватному суточному потреблению является препарат Кувайт Форте, содержащий лютеин, зеаксантин, вот те группы препаратов, витаминов, о которых мы говорили. И мы видим, что количество данных витаминов и микроэлементов, оно соответствует адекватному суточному потреблению. Препарат применяется, как правило, один раз
день назначается, мы любим назначать более длинными курсами, от 2 до 3 месяцев. Вот, и препарат еще также уникален тем, что очень сложно доставить на самом деле лютеинные субмакулярные пигменты, лютеин зооксантин, именно непосредственно к тому месту, где они должны работать, потому что желудочно-кишечный тракт, кислотность не очень позитивно влияют на возможности доставки. Поэтому уникальная система микрокапсулирования, маточный носитель, здесь пищевой крахмал, вот эти вот инкапсулированные формы лютеина и зооксантина, которые показали очень высокую биодоступность и эффективность. Еще один препарат, который у таких пациентов с макулярной патологией, в том числе и у тех пациентов, которые имеют сопутствующие патологии, особенно сосудистые, это пациенты с диабетической ретинопатией, с тромботической ретинопатией, очень эффективно применяется препарат Везлея. Помимо того, что он имеет и макулярный пигмент лютеин, зооксантин, и все группы витаминов, о которых мы поговорили, и селен, цинк, медь, магний, также этот препарат содержит и полиненасыщенные жирные кислоты, а также еще и троксирутин, который защищает клетки от повреждения свободными радикалами, уменьшает проницаемость и ломкость капилляров. Да, про лютеин зооксантин мы с вами очень много знаем, способствует защите сетчатки от разрушающего действия яркого света. Ну, витамины группы С и Е – это антиоксиданты естественные, которые помогают защитить сетчатку от оксидативного стресса. Витамины группы В, которые необходимы для вытекания нормальных метаболических процессов в тканях и клетках глаза. И сегодня Валерий Петрович очень большое внимание уделил пациентам с таким серьезным заболеванием, как глаукома, и применение данного препарата, а именно из-за того, что там содержится достаточно большое количество витаминов группы В, эти препараты с большим успехом используются у пациентов с глаукомой, из глаукомной оптической нейропатии. Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты также помогают и защищают сетчатку глаза от возрастных дегенеративных изменений. Особо, наверное, хотелось остановиться на таком компоненте, как троксирутин. Такой препарат мы используем у пациента с макулярной патологией, именно вот сопутствующей патологии сосудистой. То есть он, помимо того, что обладает антиоксидантной активностью, участвует в кислотно-восстановительных процессах, уменьшает ломкость капилляров глазного дна и препятствует разрушению клеток кровеносных сосудов, помогает стабилизировать клеточные мембраны и защитить клетки от повреждения свободными радикалами. Препарат Везлея также применяется один раз в день и также показывает свою высокую эффективность и безопасность у пациента. Таким образом, в заключение хотелось бы сказать, что патология ветромакулярного интерфейса приводит, к сожалению, к снижению зрительных функций и требует зачастую хирургического лечения. Современные технологии позволяют нам повысить остроту зрения пациентов и оказывают высокую эффективность и безопасность. Применение нутрицептиков является весьма актуальным этапом после операционной реабилитации пациента. Спасибо большое за внимание.